Всем привет, друзья! Приветствую на своем канале. Сегодня у меня юбилейный ролик, сотый, первый такой круглая цифра, что ли, первый юбилей. Вот. И я решил снять несколько необычный ролик, потому что жизнь не заканчивается только на технике. Жизнь, она более разнообразная, широкая. И я хотел давно записать этот ролик, рассказать немножко, возможно, кому-то это все поможет. Возможно, кто-то для себя узнает что-то новое. Поэтому наберитесь терпения, дослушайте, досидите, досмотрите. Тем более, что о технике здесь тоже будет. Ролик будет несколько длиннее, чем я обычно записываю. Это и для меня необычно. И даже камера стоит вот необычно. Не знал, как поставить, потому что тут будут некоторые определенные предметы. И для меня и ракурс, для самого меня ракурс непривычный. Но пришлось поставить камеру именно так, чтобы поместились вот те предметы, которые я заготовил, как опытный фокусник, реквизит. Вот. И, в общем, сидите, смотрите, да. Хочу рассказать немножко о себе. Тема посвящена здоровью. Несколько лет назад, наверное, уже года 3-4 прошло, сложно так сказать. Ну, несколько лет назад это все было. Я начал замечать, что у меня начали кровоточить десна. Десна, я не знаю, если смотрите рекламу, то как бы вам это знакомо, как раз реклама по телевизору идет, что вот кровоточивость десен, и там какую-то пасту, по-моему, рекламируют. Там даже не знаю, какую. Не суть об этом. Ну вот как раз я тот человек, который столкнулся с точно такой же проблемой, кровоточивостью десен, и, как бы, честно говоря, и врагу не пожелаю, ничего хорошего в этом нет. И я пытался эту проблему решать каким-то образом, там всякие пасты, скажем так, пробовал разные лечебные пасты, и корой дуба пользовался, и еще там чем неизвестно, то есть как бы, и, в общем-то, эффект был или очень кратковременный, или эффекта не было никакого. В общем-то, это ужасно расстраивало меня, потому что, ну, и эстетически это не очень приятно, чистить зубы, щетка, ну уж, извините за подробности, щетка в крови там и так далее. Вот, и плюс я понимал, что это не здоровье, то есть ей нужно что-то делать. Один раз, как бы, я попал к врачу, к стоматологу, не в том смысле, что я один раз попал к врачу, а вот однажды я как попал к врачу, он мне предложил снять зубной камень. И вот он мне объяснил, что в процессе того, как зубной камень, на самом деле это не камень, а это органические соединения всякие, накапливаются в той части зуба, которая примыкает к десне, ну, насколько я понимаю. Я буду рассказывать все так, как я это понимаю, я не доктор и не продавец там чего-то, не стоматолог, поэтому как бы рассказываю так, как я это понимаю. То есть в месте примыкания зуба и десны там есть такой так называемый карман, то есть ниша определенная, начинает накапливаться органика всякая, в том числе вот этот камень, но который имеет, в общем-то, органическое происхождение. Зуб там получается не очень гладкий, это начинает скапливаться микробы и так далее, и этот камень нужно снимать. Вот врач мне почистил это все, и вот произошло такое чудо, в общем-то, буквально сразу на следующий день или через день там кровоточивость десен пропала. Вот. Ну, я как-то подумал, что да, это была как бы отличная новость, в общем-то, но плохая новость заключалась в том, что где-то через 2 недели все вернулось на круги своя. Я подумал, что ходить к доктору каждые 2 недели это достаточно накладно, и, в общем-то, как бы, ну, наверное, все-таки это не камень, а что-то такое. То есть, как бы, я так понял, что там начали собираться остатки пищи, и я решил позаниматься этим вопросом. Думаю, как-то нужно этот вопрос решать, в общем-то. Да, тем более процедура вот эта у стоматолога, она достаточно недешевая. Чтобы делать ее там раз в неделю, или там раз в 2 недели, или даже раз в месяц, там рекомендуют раз в год делать, там раз 2 раза в год, примерно так. Ну, у кого как там это все отложение.
получается. То есть я решил, начал искать другую проблему, то есть другое решение проблемы этого вопроса. Вот, и вернее, я начал изучать форумы, как бы я не первопроходец в этом деле. И я нашел такое устройство, оно называется ирригатор. Ирригатор, да, вот я начну сразу постепенно показывать. Я, так как я занимаюсь покупками из Америки, как бы первым делом я обратил внимание на американский рынок, потому что все знают, какие у американцев зубы. В основном красивые, то есть, по крайней мере, там культ здоровых зубов. Вообще культ здоровья и здоровых зубов – это один из первых. И я нашел такой прибор, он называется ирригатор. То есть, как бы, и теперь я начну потихонечку показывать. То есть, как бы, я решил купить его в Америке. Вот такая коробка пришла мне. Вот, да, вот камера стоит в необычном месте. Называется Waterpik. Я узнал, что такое Waterpik. Waterpik – это американская фирма, как раз, которая изобрела это устройство. Не именно это, которое я сейчас вам демонстрирую, а устройство было другое, там, чуть ли не полвека назад. Вот, ну, это одна из последних моделей, наверное, самая новая, я не знаю, даже не буду утверждать, это не суть важно. Вот я заказал это устройство, в общем-то, я знал, конечно, что устройство, что в Америке 110 вольт, а у нас 220, я это знал, но когда я посмотрел цены в наших интернет-магазинах, ну, я решил заказать в Америке, потому что на тот момент это было, ну, чрезвычайно выгодно, то есть как бы, где-то в два раза разница. То есть вот на момент покупки вот устройства это было полтора года назад. То есть там, устройство не новое, я его использовал, я дальше все расскажу подробно. То есть как бы на момент покупки устройство стоило от 42 до 46 долларов США. Вот. И я купил там где-то примерно посредине этой цены, может, доллара за 43, плюс заплатил за доставку там около 10 долларов. И я помнил, что нужно будет еще устройство преобразования, которое преобразует 220 вольт на 110. Как бы я к этому просто еще вернусь. Вот сейчас я покажу то, что они пишут. Здесь какие-то там данные, возможно, вы прочитаете, потому что мне сейчас камера под таким углом, мне читать неудобно. В общем, это какие насадки, про насадки тоже скажу, потому что как бы все это пройдено. Вот они гарантируют через 2 недели у вас улучшение и так далее. Но я перед тем, как покупать, еще и вот так вот прибор выглядит. Как бы, на самом деле это сейчас только пустая коробка, потому что устройством я пользуюсь, и я не стал делать вид, что это новое. Вот, вот такое устройство. Вот, вот так оно выглядит. Устройство боевое, проверенное, я им уже пользовался, вот, вот оно, значит, из чего оно состоит, вот контейнер такой симпатичный, вот на нем, не знаю, сейчас буду пытаться под камеру подстраиваться, вот на нем, значит, видно, что емкость контейнера 600 мл, съемная крышечка, в крышечке закрепляются насадки, у меня здесь одна, тоже расскажу, почему одна. Эта часть основная, вот так покажу, значит, основная, вот. Вот так это все, то есть сюда вставляется насадка, тоже покажу попозже. Здесь регулятор силы струи, ну и выключатель. Выключатель, сейчас пока еще ничего не включено, тоже покажу все это. Да, немножко воды пролилось, сразу буду убирать. Вот, я начал искать сразу же устройство преобразования в Америке для того, чтобы подключить. В Америке я что-то не очень нашел, а потом оказалось, что у нас на Украине можно купить вот такое устройство, оно называется «Энергия». На самом деле, конечно же, делает, как тут держать, вот так вот держу, вот «Энергия», называется конвертер 220 на 110 вольт, вот нужно обращать внимание на вот этот параметр 100 ватт, то есть я взял 100 ваттный, есть 50 ваттный, но я предпочитаю, чтобы было с запасом. То есть вот это устройство потребляет 34 ватта. 100 ватт это как раз будет с запасом, что у вас не будет ничего не греться, не перегреваться, ничего. Как бы, да, еще такой нюанс. Если вы думаете покупать ирригатор из Америки, обязательно покупайте преобразователь вот этот. То есть для того, чтобы вам подключить нашу сеть, обязательно покупайте преобразователь трансформаторного типа. Потому что есть такие вот устройство где-то там в 3 раза меньше. То есть вот это устройство весит где-то 800 грамм. То есть оно качественное, тяжелое. И причем в работе зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. В России есть, не помню, под другой торговой маркой. Внешний вид он точно такой же, в поиске зададите. И
посмотрите, как оно выглядит. То есть, как бы, что-то цена его в районе 10 долларов. Я у нас купил за 8 в свое время. Сейчас там 10 оно стоит, не знаю. То есть, из Америки оно бы обошлось дороже, потому что тяжелое там платится за вес, за доставку, в общем-то. Ну и плюс, как бы, не пришлось заказывать и даже выписали на него гарантию. Вот. Я это все заказал, это все приехало. Ну и теперь рассказываю, как все было. Значит, я начал пользоваться. За 2 недели, конечно же, ничего не произошло. Причем и кровь лилась, и лилась даже больше, потому что в процессе, когда вы применяете это во рту, я не буду сейчас показывать во рту, ни сейчас, ни потом, потому что разговор не о том, и как бы во рту вы ничего не увидите. А, скажем так, я дам информацию другую, вы все поймете, как это все работает. Да, вот, кстати, сам прибор. Вот его вилка. Вилка американская, плоская. Вот. Да, я немножко прервался. Вот устройство пришло вот с такой вилкой. Естественно, в нашу сеть его нельзя было включить, поэтому вот, пришлось покупать трансформатор. Да, но я еще скажу, что в этом и своеобразный плюс был. Почему? Потому что я, например, пользуюсь ирригатором ванной. Кабель, который идет. Вот он небольшой достаточно, вот весь кабель. Где-то 1,20 м, и мне оказалось его коротко, ну, недостаточно для ванны, чтобы комфортно разместить и устройство, и себя в момент принятия процедуры этой. Вот. Поэтому, как бы, как нельзя, кстати, оказался вот этот трансформатор. Он идет с длинным таким шнуром. Вот. И я его включаю в розетку в ванной, а потом в него уже включаю ирригатор и, в общем-то, размещаю его так, как удобно. Да, вот плоская розетка, я его включаю. Сейчас уже будет. Вот сейчас мы уже подключили. Вот. И еще раз скажу, через 2 недели ничего не произошло пока, то есть как бы никаких перемен. Но где-то так, я скажу, ну, может быть, месяца через полтора. Вернее, через месяц я уже начал замечать улучшения, вернее, начали происходить улучшения, а через полтора месяца или через 2 я полностью избавился вот от этой кровоточивости без всяких дополнительных лекарств, без ничего, то есть как бы забыл об этом, как страшный сон. Вот. И более того, я вам скажу так еще, вот это такое ощущение свежести, которое после того, как пользуешься этим прибором, оно просто настолько приятно, что в общем-то, как бы, даже если ни у кого проблем нету, само по себе это, как бы, я рекомендую настоятельно. Теперь, как бы, как я пользуюсь. Значит, я пользуюсь 1,5 года, где-то, наверное, даже не полтора, почти 2, с марта 2013 года, скоро будет уже 2 года, именно этим прибором. Он у меня, слава богу, не ломался. Да, вот. Я пользуюсь вот такой насадкой, вот такой насадкой. Вот. В комплекте идут еще несколько насадок. Я сейчас покажу, что идет в комплекте. Ну, тут паспорт. Как бы, я это ничего не буду доставать. Вот я покажу насадки. Как бы. Но из опыта общения с другими людьми я понял, что как бы, эти все насадки, ну, как бы никто ими не пользуется, по правде говоря. То есть все, что вам нужно, если вы. Вот разве что вот если иногда пожилые люди или у кого там карманы так называемые глубокие, вот они пользуются еще вот этой насадкой второй, как бы все остальные насадки, как правило, не востребованы. По крайней мере, все, с кем я разговаривал, вот тут со щеточкой, я сейчас все это покажу поближе. Но по большому счету базовая насадка, это та, которую я показал, вот она стоит сейчас в ремярке, это вполне достаточно, поэтому. Вот есть насадочка со щеточкой такой, как бы еще какая-то вот тоже, она вот с маленькой щеточкой очень густой такой есть. Это как бы как для языка, ну не знаю, я этим ничем не пользовался. Это можно чистить зубы, тоже как бы нет необходимости. Я не знаю, я этим всем не пользовался. Более того, все мои знакомые тоже не пользуются. Я сразу скажу, если будете заказывать из Америки это устройство, то сразу же докупите. Отдельно эти насадки продаются. Вот такую насадку, вот такую насадку. Они отдельно можно докупить, они продаются в наборе по 2 штуки. Потому что если вы собираетесь пользоваться, ну, кто-то еще из ваших членов семьи, то как бы, ну, одной насадки недостаточно, а остальные насадки, которые идут в комплекте, там 6 насадок,
всего идут, они не заменят. Но это единственное, поэтому сразу рекомендую купить. В европейской версии ирригатора, в европейской версии, которая идет на 220 вольт и с круглой вилкой, там сразу уже идет, насколько я так знаю, я не помню точно, но насколько я так помню, две вот таких насадки сразу в комплекте. Поэтому если у вас в семье два человека, то, в общем-то, ничего не докупать не нужно. Можно потом, может быть, докупить. То есть нужно уточнить комплектацию. Вот. В американской версии была одна, ну, американцы, маркетологи. С другой стороны, на момент, когда я покупал вот это устройство, еще раз подчеркну, значит, $46 устройство, 10 я заплатил за пересылку, и $10 мне обошелся трансформатор. Это устройство стоило 1300 гривен, то есть это больше, чем $150. То есть как бы я со всеми транспортными расходами, со всеми дополнительными устройствами выиграл в цене в 2 раза. Поэтому, ну, как бы я не отговаривал, вы можете купить и здесь, тем более, что вы покупаете с гарантией официальную поставку, а я все-таки надеялся на то, что прибор будет работать, слава богу, повезло, и он работает. Вот. Ну, а теперь что? Теперь я покажу просто, значит, я тут немножко кое-чего подготовил, значит, смотрите, я долго думал, как показать силу струи, то есть еще как бы много чего читал, как бы в том числе там есть эти устройства вообще непонятно каких фирм. Да, вот я сейчас не знаю, как было видно, поставлю вот так, взял чашку, заливаю водичку, обычную водичку. Да, еще многие спрашивают, как пользоваться, какую воду заливать, там дистиллированную или еще какую-то. Я пользуюсь обычной водой из крана, теплой водой, потому что у меня дома есть бытовой фильтр. Но из фильтра вода идет холодная, то есть как бы наливать эту воду, потом фильтрованную, потом ее как-то подогревать. Ну, это не очень комфортно. Никакие добавки я не добавляю, потому что вода, чистая вода, она не приводит к тому, что прибор портится. А если туда добавлять какие-то, там говорят, освежители полости рта, там еще какие-то вещи, как бы, ну, насколько я знаю, это не рекомендуется, потому что внутри стоит насос. Вот. И да, так вот это Waterpik, там есть из авторитетных фирм еще выпускает фирма Браун. Да, вот. Как его поставил, вот так, чтобы было видно, фирма Браун. Но вот все, кто сталкивался с фирмой Браун, во-первых, дороже это устройство стоит, во-вторых, но вот все, кто сталкивался, я подчеркиваю, я пробовал только это устройство, я только им пользовался. Говорят, что очень слабая струя. И вот мне, например, нравится здесь, смотрите, здесь есть регулятор. Вот сейчас он стоит на четверочке, а вообще максимально 10. То, в общем-то, некоторые люди даже пользуются на десятках и говорят, на десятке говорят, что хотелось бы, чтобы еще больше было. Теперь покажу, как это работает. То есть просто я думал, как показать. Вот смотрите, вот я взял стакан, в котором есть немножко воды. И просто покажу, вы по силе струи, вы просто поймете, как это. Это стоит на четверке, вот я добавляю. Поверьте, струя бьет очень сильно просто. Видите? Да, я выключаю все, потому что весь стол уже залил. Какая сила струи, я вот немножко решил показать это все с другого ракурса. Вот. Я надеюсь, что... Вот. Даже вот по силе брызг, по высоте, можете посмотреть, как это все происходит. То есть, струя настолько сильная, что когда подставляешь палец, прямо даже особенно девушки, женщины жалуются, что больно. Видите, прям как закипает. Вот. Не знаю, слышали вы то, что я вам сказал или нет, повторю. Значит, очень сильная струя. И даже некоторые, во-первых, жаловались, что больно там, или даже палец подставляешь больно. Очень важно, чтобы была сильная струя, потому что уменьшить вы всегда сможете, а увеличить нет. Кому этот я прибор? Вам
могу порекомендовать? В первую очередь тем, кто носит брекеты, это раз. Потому что, как известно, там под брекетом или в районе проволочек вот этих всех скапливается всевозможные остатки пищи, которые вот вызывают вот эти все нехорошие процессы с нашими зубами, с нашими дёснами и так далее. Второе, как бы, у кого зубы протезы, то есть, как бы, мост или еще что-то под мостом скапливается остатки. Третье, в общем-то, я скажу еще, как бы, в общем-то, всем людям, которым не безразлично свое здоровье, по возможности, я понимаю, сейчас особенно советовать такой прибор, не самый дешевый, может быть, некоторые не поймут меня, но я скажу, по возможности, просто поймите, что стоимость похода к стоматологу, допустим, сделать одну пломбу стоит, ну, от 50 до 100 долларов, это одну пломбу. То есть, как бы, какой эффект вы получаете? То, что вы очищаете рот, это, то есть, от остатков пищи, это одно. Второе, что происходит? Происходит то, что вы тренируете, массажируете десна. То есть, увеличивается кровоснабжение, циркуляция крови. Десна сами по себе приобретают более здоровый цвет. Ну и вообще, как бы, это, как бы, эффект массажа. Массаж, как говорится, никому еще не мешал. И просто говорю, вот это вот, как бы, я хотел снять, порекомендовать этот прибор. Как бы, я не занимаюсь продажей этих приборов. Если интересно, я внизу дам ссылку на американский сайт, где я покупал. Как бы, можете посмотреть, купить. Если решите пойти по тому пути, по какому я пошел, хотите купить официал, покупайте. В Украине точно есть представительство Waterpik. В России тоже есть точно представительство Waterpik. И есть официальные поставки. То есть, пожалуйста, берите там, где вам удобно. Будьте здоровы, будьте, как бы, уверены, улыбайтесь. То есть, вот такой, как бы, жизненный рассказ получился. Как бы, не обессудьте за столь длинное видео. Если понравилось, подписывайтесь на мой канал, я буду рассказывать еще кое-что интересного, связанное с американскими покупками. Буду стараться какие-то, может быть, тонкости, секреты, которые я знаю, раскрывать. Ну, ставьте лайки. Всем пока, счастливо!